Здравствуйте. Сегодня я беру интервью у Марии Николаевой. Мария Николаева – известный писатель и философ, которая родилась в Петербурге. Также она путешественница, и совсем недавно она была на Крите. Это такой величественный остров в Греции. Мария, расскажите, пожалуйста, как вы чувствовали себя в таком божественном месте? Вам это место давало силы, давало новой энергии для свершений. Да. Скажите, вот обязательно в такие места нужно ездить для того, чтобы как-то скорее копить в себе энергию, да, или отдыхать? Вот. Ну, большинство ездит туда отдыхать. Это достаточно известный курорт. И каждый год через этот остров проходят миллионы людей. По-моему, 35 миллионов цифру называли в год. Ничего себе. Так что, да, этим пользуются на полном ходу. Но вы едете туда для того, чтобы работать, так? Это не работа в смысле заработка, разумеется. То есть я туда еду для как бы связывания некоторых своих разных частей, я бы так выразилась, да? Поскольку у меня образование было связано с Древней Грецией, первое самое. И сейчас, когда у меня есть возможность действительно потрогать все камни, да, я стараюсь этим пользоваться, разумеется. Поэтому, находясь на Крите, конечно, я прежде всего занималась античностью, то есть восстанавливала у себя в памяти, да, в своем сознании те образы, те мыслеформы, которые повлияли на мое становление как философа еще в начале 90-х. То есть вы для себя решали, насколько вам близка культура, да, Древней Греции? Ну, это было давно решено. Давно и однозначно, да. Россия и Греция вообще как-то близкие, да? Россия и Греция близкие больше по религии, то есть православие берет начало, да, из, в общем-то, греческой культуры. А я же сейчас говорю об античности, то есть о том пласте, который, собственно, составляет философию, и в этом плане это истоки всей европейской культуры, безусловно. Однако как раз вот так серьезно греческой философией в России, наверное, мало кто занимается, кроме специалистов. А вас интересуют именно древние мифы, да? Нет, меня интересует философия. Другое дело, что исторически, да, очень сложно отделять те трактаты, те смыслы, которые были продуцированы, от их субстрата, на котором это все возникало. Поэтому, если мы берем историю философии, да, мне, допустим, интереснее всего был Аристотель всегда. Однако он возник не на пустом месте, и без понимания, собственно, культуры, да, того времени, которая базировалась на мифологии, понять трактат Аристотеля было бы невозможно практически. О чем он, да? При всей его уже абстрагированности даже философской. Аристотель, он метафизичен, да? Это как бы основа вообще всей мистичности Европы, да, в Аристотеле, можно так сказать? Да, у нас слово «метафизика», собственно, это название трактата Аристотеля, оно так и вошло в культуру именно отсюда, но это уже гораздо более позднее, это уже расцвет античности в континентальной Греции. А начиналось это все с минойской цивилизации на Крите. Именно поэтому Крит, да? Да. Именно поэтому Крит, где родился бог Зевс, да, верховный бог, именно поэтому, собственно, Крит и является вот такой протоевропейской цивилизацией. Колыбелью, да? Европы. Да. Понятно. Говорят, что Россия появилась в Великом Новгороде, да? Так же, как и Европа появилась на Крите. Не знаю. Я как раз не специалист в русской истории, да, поэтому так однозначно про Великий Новгород. Насколько мне известно, было Новгородское княжество, и это было как раз в эпоху раздробленности России, поэтому здесь, наверное, столица каждого из тех княжеств могла бы претендовать на... А вы себя чувствуете европейским человеком, да? Отнюдь.
есть мне пришлось привыкать к Европе достаточно долго, потому что родилась я вообще-то в Советском Союзе, да, и то есть вот этот выбор после перестройки образования, связанного именно с античностью древнегреческой философии, он был сделан не за один год и достаточно интуитивно, поскольку я никуда тогда не могла поехать, разумеется, как большинство наших граждан того времени. И годы изучения древнегреческого языка, да, этой культуры, то есть они меня сформировали как философа, но я уже тогда понимала, насколько чужда, да, современная Европа. И потом, если учесть, что дальше меня занесло в Азию, я прожила 12 лет на Востоке и получила второе образование по индологии, то вот это вот возвращение из Азии путь в Европу, он был для меня вот таким испытанием на самом деле. Когда я приехала из Азии, я была дикой в Европе, так мне казалось, по крайней мере. То есть я не очень понимала, как себя вести, да, как ходить, как разговаривать, вот буквально до такого уровня. Однако это все оказалось не так страшно, тем более, что Петербург, в общем-то, очень европейский город. И это даже не я ощущаю себя европейкой, да, вот у нас тут так все построишь, у нас, оказывается, в Петербурге вообще-то все европейское, и это я поняла только в Европе. Скажите, а там на Крите, там поклоняются древнегреческим богам, да? Там есть какие-то вот... Нет, значит, я напомню, что, собственно, христианство у нас в значительной мере развивалось именно в Древней Греции, и, конечно, Греция давно православная страна, и то, что сохраняется от античной культуры, сохраняется, то есть, либо как памятники, да, старинные по большей части, либо и вовсе в руинах. И по разным причинам, и по природным, поскольку много было разрушено природными катаклизмами, и по культурным, поскольку действительно в значительной мере, чтобы поставить христианские церкви, рушили языческие капища, это было. Вы, ну, вас все равно тянет именно на этот остров, потому что там какая-то особая атмосфера, философская. Подождите, давайте я напомню, что в общем-то в общей сложности я провела 15 лет за границей в 30 странах мира, да, вот, и на острове Крит я пока пробыла всего 2 месяца, поэтому говорить о том, что меня тянет вот исключительно туда. Я думаю, что вы возвращаетесь туда. Я была в Греции ранее, но я была в Афинах, я не была на островах, кроме Эгины, но она очень... Как вот жить на острове? Это какое-то особенное чувство? Это не маленький остров. Как раз на Крите это не то, чтобы очень чувствуется, потому что остров очень большой. Это я ощущала гораздо сильнее на той же Мадейре, которая действительно очень маленький остров и заброшен совершенно в океане. Вот. А Крит, он очень большой и он очень хорошо встроен, то есть он находится на пересечении. Почему, собственно, цивилизация там зародилась? Да? У него очень правильное положение. Он находится на стыке всех путей морских между Европой, Африкой и Малой Азией. Поэтому у него географическое вот такое ключевое положение, и никакой там изоляции там не чувствуется. Угу. То есть там скучно не бывает, да? Там рестораны, бары. Скучно там бывает зимой, потому что зимой все рестораны и бары закрыты. Да? Почему? Нет туристов, это не сезон. Ну, правда, я в них и там бы не пошла при моей направленности. Однако, да, действительно, зимой, когда не сезон, ты выходишь на набережную, и ты идешь по пустому пляжу вдоль череды заколоченных ресторанов, баров в полной тишине и пустоте. Зато есть возможность помедитировать. Да, да, вот для меня это как раз гораздо более благоприятная атмосфера. Можно заниматься практикой, можно погружаться в археологию. Тем более, что в музеях цены вдвое ниже в зимний период. И в этом плане, да, здесь гораздо благоприятнее атмосфера. А вы говорили, что вы были в пещере, где родился Зевс. Было такое. Да. Там осталось что-то от Зевса. Подождите. Предметы, быта его. Я, позвольте напомнить, что Зевс, в общем-то, бог, да, который у нас существует исключительно в мифологическом пространстве. Ну,
мне как театралу все очень так по-физически. Я понимаю. Боги, но пещера действительно выглядит как дворец, хотя там нет ничего, вот, что вы предполагаете, каких-то предметов быта, есть тут только сталактиты и сталагмиты, однако предпоследки, они так сияют, что когда входишь, кажется, что это все в золоте и бриллиантах. И да, здесь... Верится, да, что тут зародилось? Абсолютно верится, тем более, что вот благоприятный зимнего периода, хотя это место очень туристское в сезон, а в зимний период, когда мы туда приехали, меня привезла моя ученица по йоге бельгийская, благодарная за мои занятия, а они с матерью вышли из пещеры, и я осталась там на полчаса абсолютно одна. Вот, вот это да. А, скажите, а кто вам больше всего симпатичен из... пантеона древнегреческого? Ну вот, я бы так, наверное, личных симпатий не питаю. Сложный вопрос. Может быть, там Афродита, Афина, Марс? Нет, я их всех люблю. Бог искусств. Ну, мне... Да, мне трудно так расставить акценты, потому что действительно меня интересует всеобщее, да, и поэтому, когда мы говорим о философском всеобщем, оно может зарождаться только при отвлечении от любых отдельных образов, даже если это образы богов. Ясно. Скажите, а как там с театрами дела обстоят на самом Крите? С театрами, да, вы все в своем. С театрами дело обстоит. Неизвестным мне образом, потому что это как раз не моя, да, стезя. Поэтому я, можно сказать, принимала участие, ну, в совсем других театральных постановках. Дело в том, что период моего пребывания пришелся на Рождество и Новый год, и поэтому нас развлекали всякими усилительными программами. Вот. Только то есть, вот, какой-то театр присутствовал. В основном это шли различные спектакли, представления на сценах прямо на площади. Приходил оркестр туда играть. И магические трюки всякие показывали. Вот, вот такого рода это было предостаточно. Скажите, а вот философия Древней Греции, как она повлияла на ваши духовные практики, которыми вы сейчас занимаетесь? Корни ее, они существуют, да? Я не пошла по пути европейского эзотеризма, да, то есть как практика, действительно, у меня это началось именно с Востока, поэтому все, что касается античности и западной философии, то есть она меня образовала именно как философа. Поэтому я европейский философ, да, и восточный практик, в конечном счете. А скажите, вот Сократ, да, он, помните, ходил и задавал вопросы босиком, по рынку бродил себе, да, среди нищих, заходил к каким-то там господам. А вот вы бы хотели встретить Сократа? Ну, мы с ним встречались, да, потому что одно из моих любимых мест в Афинах, еще в первую поездку, это как раз тюрьма Сократа. Она находится неподалеку от Акрополя, и я туда регулярно заходила, и даже в эту поездку, когда была в Афинах, раз пять я, наверное, навестила. Очень я люблю это место. Она находится у подножия одной из гор. То есть Афина, на самом деле, стоит как бы на горах, да, там достаточно много как Акрополя на горе и другие горы. И вот эта пещера в таком уютном месте. Собственно, это место, где Сократ выпил яд цикуты. Вы бы оправдали его, если бы Витя, это уже не требуется, потому что Сократа и так оправдали. Ну, после смерти. Мы бы делали все возможное, чтобы он не умер. Подождите. Правда? Сложно сказать, то есть если бы... То есть, возможно, я была бы Сократом, да, как философ, если бы я была там. Ну а если бы я была другим философом, я не знаю, какая у меня была бы гражданская позиция. Сложно. Ну, предположить можно примерно. Вы бы скорее оправдали Сократа или все-таки всыпали ему яд?
все равно его отдал. Ну, подал, да, купил он сам, то есть его никто не заставлял. То есть это был просто приговор, что, что это должно произойти. И как раз Сократ, как гражданин, а к этому относился очень серьезно, вот, он принял решение суда и народа, поэтому он его и исполнил. Потому что уважал закон. Да, да, на самом деле. И ну, вот такой абстрактный вопрос, что было бы, если бы, да, то есть если бы я была не Сократ, то сложно судить, то есть какой бы у меня мог быть уровень образования и понимания, да. Ведь большинство граждан проголосовали за то, чтобы он выпил яд. Ну да, только фантазировать остается. Конечно. Но фантазии что-то. Хочется верить, что я была бы против. Может быть, этот голос что-то сыграл, какую-то роль, тем не менее. Ну что ж, спасибо. Я очень надеюсь, что в нашем обществе Сократа будут беречь, ценить, и никогда не придется их хоронить нам. Вот. В общем, а сейчас мы попрощаемся. До свидания. Встретимся в следующем интервью.